Это я из-за угла снимаю голубей. Холодно на улице, но тазик я разогрел чайником горячей воды. И вот они купаются. Мокрые. Выйти нельзя. Я из-за угла руки вытянул. Вот тазик. Застывшая вода была. Чайник кипятка вылил, чтобы могли покупаться. Это сегодня. 20 апреля. Ровно 3 месяца, как умер, отошел в вечность Сергей Георгиевич Козлов. Парализованный лежал 17 лет, город Воронеж. И он натолкнул перед смертью меня на чат-рулетку. Я посмотрел, он 2 ролика сделал, я помолился: «Господи, дай мне талант Сергея». И вот за это время, за 3 месяца, я много в рулетке побыл, уже составлено из бесед 320 роликов. И 326, даже поточнее могу сказать. О, я вышел на вас посмотреть, но... Гули мои гули, да воды-то у вас маленько не до краешку, надо долить. Сейчас я долью вам воды. Вот они морозно, отрицательно, я не знаю, градусов 5 мороза. И они. А может, уже и нету мороза, не знаю. Это утром было, сейчас уже прошло 3 часа. Вот они. Это разные у них там насекомые заботятся, и они купаются, туда залезет, весь мокрый. Вот это дальше елка какая у нас шикарная. Вот эта веточка внизу 3 метра я померил с лишним. Вот так. Это мы с Володей тут натаскали дров.